Доброе утро, в эфире вновь выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев, и прямо сейчас переходим к выпуску. С 1 января 2020 года Алтайский край перешел на новую систему расчета налога на имущество. Это значит, что уже в конце лета 2021 года мы впервые получим квитанции с новой суммой. Для некоторых владельцев недвижимости налог вырастет, для кого-то снизится, а для других он вообще исчезнет. Впервые будут платить налоги собственники квартир в новостройках, которые возведены после 1 января 2013 года. У владельцев трехкомнатных квартир в домах, построенных с 1990 по 2000 годы, налог в среднем снизится на 800 рублей. Налог на квартиры в домах, построенных с 2000 по 2013 год, снизится на 200-800 рублей в зависимости от площади квартир. Собственники частных домов площадью до 50 квадратных метров и квартир до 20 квадратов вообще перестанут платить налоги. Первые такие квитанции владельцы недвижимости получат летом 2021. Барнаульский аэропорт имени Германа Титова объявил о старте прямых рейсов в Сургут. Полет займет 2 часа 40 минут. Рейс стартует с 25 апреля и будет выполняться по субботам. Для полетов выбраны воздушные судна ATR-72 авиакомпании UTAIR вместимостью до 70 пассажиров. Стоимость билетов начнется от 6085 рублей. В 2017 году самый дешевый билет по этому направлению стоил около 7000, а в 2016 году цены начинались от 9500 рублей. Татьянин день, 25 января, традиционно в России считается праздником всех студентов, но торжественные мероприятия прошли в вузах Барнаула еще в пятницу. Как студенты отмечали свой профессиональный праздник, расскажет Иван Горбатов. Татьяна Крапивкина из АГУ – лучшая Татьяна университета. Два года назад она победила в Международной олимпиаде по гражданскому праву. Звание «Лучшая» она получила в преддверии Дня студента. По традиции в России его отмечают в Татьянин день. Сегодня студент – это разносторонняя личность, которая не только учится, но и занимается различными, участвует в различных мероприятиях, принимает активное участие в жизни университета. Съедобная пряничная полуметровая зачетка – традиционная часть праздника в опорном вузе. В день студента ей угощали всех желающих. Из года в год мы используем такую небольшую фишку. И это наш такой гвоздь программы постоянно – съедобная зачетка. Готовим мы ее прямо в нашей столовой, наши повара. А это уже Алтайский государственный институт культуры. Гостей встречает студентка второго курса Анастасия Волгова в образе императрицы Елизаветы, основательницы первого Московского университета. Именно с этого момента в России зародилось студенчество. Студенчество – это еще твои друзья, которые есть везде, и они всегда рядом. Кто-то где-то помочь, они всегда рядом. Для меня студенчество – это, наверное, новые люди, новое общение. В АГИК праздник отметили по-своему, театрально. Гостям показали постановку о путешествии между эпохами. Актеры и зрители перенеслись в 1755 год основания первого университета и в 1974 год основания Института культуры. Когда я пришел на первый курс, я сразу же влился в активную студенческую тусовку, потому что активная жизнь, активная студенческая жизнь, это, конечно же, очень здорово, это огромный, колоссальный опыт. А в Аграрном университете в этот день назвали лучших студентов года. Награждали за успехи в социальной деятельности, спорте и, конечно, учебе. Самая главная традиция – это сидеть 3 ночи подряд за учебником, учить. И потом все сдавать на пятерки. Но студенческие годы – это не просто учеба. Студенчество – это особое состояние души и настроения. Это время несерьезных поступков и, между тем, серьезных решений. У многих людей самые важные события в жизни происходят именно в этот период. Иван Горбатов, Сергей Балуев, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения.